Давайте откроем наши Библии на 7 главе Евангелия от Луки. Луки, 7 глава. Луки 7. Я начну читать с 11 стиха. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Бедный Иисус. Он никогда не был один. Куда бы он ни пошел, везде к нему стекалось множество народа. Наин — это маленький город, обнесенный стеной. Иисус идет по пыльной дороге, возможно, не первый день. Толпа людей постоянно увеличивается на его пути. Стих 12 вместе со стихом 11 откроет нам наш первый пункт на сегодня. Вспомните о том, что мы наблюдаем за Иисусом, как за образцом для служения. И мы постигаем самые важные уроки из опыта Иисуса. Итак, мы можем представить Иисуса, идущего по пыльной дороге, и вокруг Него собираются сотни и сотни людей. К тому времени, когда Он подошел к городу Наин, вокруг Него уже собралось множество народа. Такие маленькие города, подобные Наину, имели вокруг себя стены в целях безопасности. Стены же имели в себе ворота. И эти ворота обычно закрывались заходом солнца и открывались на восходе солнца. Иисус, несомненно, знал об этом. И когда Он приближался к городу, кто выходит к Нему из города? Взгляните на 12 стих. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, она была вдова. И много народа шло с нею из города. Представили ли вы себе эту картину? К городу приближается толпа народа. В этих маленьких городах люди очень хорошо знали друг друга. Поэтому похороны привлекали много внимания, поскольку много людей должны были знать эту вдову. Представьте, большая толпа людей собралась в городе, и большая толпа людей приближается к нему. Обе эти группы приближаются к воротам, и эти ворота должны были быть небольшими воротами. Обе группы с разных сторон приближаются к воротам города Наин. Стали бы вы считать эту встречу случайно сложившимися обстоятельствами? Надеюсь, что нет. Потому что, когда я вникаю в опыт Иисуса, я вижу, что порой Дух ведет его то в одно место, то в другое. Поэтому эти обстоятельства сложились не случайно. Когда вы имеете помазание Духа Святого в вашей жизни, то в вашей жизни не бывает случайных обстоятельств или встреч. И не случайно сегодня утром я так нуждался в укреплении, что Бог сказал одному брату оставаться здесь и молиться за меня. Я сказал ему, что это не случайно, и что я принимаю такую помощь от Бога, когда Он оставил его здесь для молитвы обо мне, чтобы мне укрепиться сегодня. В моей жизни нет ни одной случайной встречи. Ни одной. Порой мне приходится молиться Богу, и я уже говорил об этом. Приходится говорить Богу при посадке в очередной самолет. Я очень устал сегодня. Я просто изнемог сегодня. Пожалуйста, не сади никого рядом со мной. И если я этого Богу не скажу, то Он обязательно кого-то рядом со мной посадит. И Он делает это каждый раз. Но порой я говорю Ему о своей усталости, и Он слышит и понимает меня. Он уважает мое мнение. Я сажусь в самолет чаще, чем большинство людей садится в автомобиль. Каждую неделю моей жизни я куда-то лечу. Для меня взлет самолета даже не является каким-то особым событием, потому что это в порядке вещей. Порой я даже не замечаю, что я сейчас в воздухе. Полеты бывают даже несколько раз в неделю.
Однажды я летел из Вашингтона в Бостон. Я сел на рейс из местного аэропорта, возле которого я проживаю. И когда я поднимаюсь по трапу, я всегда смотрю вверх, чтобы увидеть сидящих людей. В этот день я не был уставшим, поэтому я знал, что Бог обязательно посадит кого-то рядом со мной в самолете. Зайдя в салон, я начал считать ряды, чтобы определить свое место и увидеть сидящих рядом. Мне попалось место у окна в ряду из трех сидений. Мне нравится смотреть в окно во время полета. Я заметил человека, который был инвалидом. Его костыли и приспособления занимали проход перед ним. Рядом сидел еще один молодой человек, гораздо моложе его. Я сказал себе: мне придется спросить этого бедного инвалида встать для того, чтобы я мог пройти к своему сиденью. Я чувствовал себя неудобно, потому что подняться для него было непросто. Я был бы рад, если бы он просто занял сиденье у окна. Я подошел, представился, извинился, и ввиду этого неудобства предложил ему пересесть на последнее сиденье. Он сказал, что его сиденье ему как раз необходимо, потому что крайнее место позволяет ему немного выпрямлять ноги время от времени. Я согласился и сказал, что, к сожалению, мне необходимо как-то пробраться на свой кресло. Он ответил, что ему не просто поменять свое положение. Тогда я спросил, не будет ли он против, если я переступлю через него. Он согласился. Согласился его сын, которому было лет 35. Эти люди были очень культурными и утонченными. Я сказал себе, эти воспитанные культурные люди должно быть из какой-то африканской страны, которая воспитывает культурных и воспитанных людей. Я пытался догадаться, какой же африканский народ они представляют в этом самолете. Итак, я должен был переступить через двух человек, чтобы занять свое место. Это было довольно интересным зрелищем, потому что вы знаете, насколько я неповоротливый. Так или иначе, я оказался в своем кресле. Расположившись, я откинулся на спинку сиденья. И тут старший джентльмен стал разговаривать со мной через молодого человека, который был между нами, представившись послом из государства Гана. Государство Гана воспитывает чрезвычайно необыкновенных, высокообразованных людей. Я встречал его граждан не раз. Это утонченные культурные люди. Я сидел и думал, почему же они не полетели в салоне первого класса? Неужели в государстве Гана сейчас экономические проблемы? Так или иначе, этот человек назвал себя послом из Ганы. Между нами сидел его сын. Нужно сказать, что старший джентльмен, видимо, решил занять все мое внимание и время. Он начал разговаривать со мной, мы проводили время в необыкновенной беседе. Он с большим удивлением узнал о том, сколько лет я провел в Новой Гвинее. Он также узнал о моем неоднократном посещении Африки и о моих знаниях о ней. Так мы проводим время в необыкновенном диалоге, а Дух Святой начинает меня подталкивать. Я не знаю, случается ли с вами такое, но он подталкивает меня, стучится ко мне. У меня нет времени ответить, кто там. Я знал, что это он, но я был занят этой беседой, а Дух Святой продолжает настойчиво стучать. Вы знаете, Дух Святой весьма настойчив. Замечали вы это? Он никогда не прекращает влиять до тех пор, пока я наконец не выслушаю то, что он собирается мне сказать. Наконец я отвлекся на минуту во время паузы в нашей беседе. Мой ум был направлен к Богу, и он сказал, «Ты разговариваешь не с тем человеком». Я осознал, что я разговаривал через этого молодого человека, который сидел рядом со мной, совсем не общаясь с ним, будучи занятым нашей беседой с его отцом, который доминировал в этой беседе. Мне настолько нравилась эта беседа, что Дух Святой спросил, «Почему ты разговариваешь через этого молодого человека? Для чего, по твоему мнению, я посадил именно его возле тебя?» Я наконец ответил Богу, «Хорошо, я понял. Действительно, почему я разговариваю с дальним человеком, перекрикивая через ближнего?» Я сразу же перестроился. Я извинился перед этим молодым человеком, сидевшим возле меня, которому было около 30 лет. Я сказал, «Извините, что я еще не поговорил с вами, потому что ваш отец очень интересный человек. Я просто наслаждаюсь нашей с ним беседой».
Этот молодой человек немного оживился. И он задал вопрос, который должен был прозвучать с самого начала. Он спросил, чем вы занимаетесь? Я, конечно, дал ему свой любимый ответ, который я даю в самолетах. Я сказал о том, что я имею особое специфическое служение, сконцентрированное на людях, которых Бог садит рядом со мной в самолетах. Этот мужчина очень умен. Он сразу понял, о чем я говорю. Он сказал, с вами рядом сижу я. Я ответил, да. Тогда он сказал, так вот почему вы переключили свое внимание на меня. Я ответил, совершенно верно. Его отец, который также является мудрым человеком, они члены англиканской церкви из Ганы, из этой величественной англиканской церкви. Его мудрый отец откинулся в свое кресло и оставил нас одних в нашем общении, что я также оценил как весьма тонкий культурный поступок. Я спросил у этого молодого человека, почему Бог посадил вас рядом со мной? Мы летели недолго, всего лишь с Вашингтона в Бостон. Для чего мы оказались вместе? Он ответил, я знаю, почему мы оказались вместе. Тогда я попросил, пожалуйста, расскажите мне об этом. Он ответил, потому что я духовный кузнечик. Я попросил объяснить. Он сказал, мы были членами прекрасной англиканской церкви. На последние несколько лет я испытываю духовное беспокойство, несмотря на то, что я люблю традиции и обычаи этой величественной церкви. Кстати, если вы были в этой церкви, то вы также подтвердите, что посещение этой церкви является прекрасным событием в жизни. Но он сказал, последние годы я чувствую, что мне чего-то не хватает, поэтому я перешел в пресвитеранскую церковь. Там я не смог найти того, чего ищу, и тогда я ушел к баптистам. В последнее время я живу в Балтиморе, и я стал ходить в небольшое собрание пятидесятнической церкви. Я думал, что я найду там ответ на мой вопрос. Но после моего общения с пастором этого собрания, я по-прежнему не имею ответа. Мне придется опять куда-то перепрыгивать, подобно кузнечику. Потом он спросил, может быть, поэтому я сижу рядом с вами? Я ответил, совершенно верно. Настало время перестать прыгать. Задайте мне свой вопрос. Он сказал, позвольте мне сперва рассказать вам о моем общении с пастором пятидесятников. Он ведь является человеком Божьим. Я ответил, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но в чем заключается вопрос, на который никто не смог ответить? Должен вам сказать, что первый раз в моей жизни мне был задан этот вопрос именно таким образом. Он сказал, я исповедую христианство. Но я продолжаю совершать одни и те же грехи снова и снова. Я не знаю, как разорвать этот порочный круг. Я не думаю, что это прославляет Бога в моей жизни. Я чуть не заплакал. Он сказал, я не хочу снова и снова падать в одну и ту же яму. Я ненавижу себя за это. Я ответил, вы говорите точно так же, как и апостол Павел, что ненавижу, то делаю. Он сказал, неужели на этот вопрос нет ответа? Ведь апостол Павел говорит, что когда мы воспользуемся преимуществами смерти Христа, то мы перестанем быть рабами греха. Я должен быть свободен. Я ответил, это так. Даже обетования книги Откровения даны не тому, кто продолжает и продолжает грешить, а тому, кто побеждает. Он тогда сказал, я хочу быть победителем. Я ответил, я не могу поверить в то, что вы говорите. Я ведь пишу книги именно на эту тему. Он не поверил мне. Вы знаете, что я написал небольшую книгу «Победа посредством Иисуса» специально для того, чтобы вы могли подарить ее своим друзьям-неадвентистам, не так ли? Эта книга содержит в себе полную евангельскую весть.
Она говорит о том, как победить. Эта книга появилась, когда я выпустил прошлую книгу под названием «Победа в Иисусе» от всего, что относится только к адвентистам. Появилась книга, в которой можно делиться со своими друзьями-неадвентистами. Эта книга имеет в себе полную евангельскую весть. В ней только нет сведений из истории адвентизма. Этот мужчина чуть не плакал, когда говорил со мной. Он спросил, «Вы имеете ответ?» Я сказал, «Да, я имею ответ». Но это не моя заслуга, а заслуга исключительно Божья. Поверьте, я также был на вашем месте. Я также молился этими молитвами, обреченными на провал. «Боже, сделай меня сильным». Я продолжал молиться так снова и снова, пока не возненавидел себя. Но у этой проблемы есть решение. Не хотели бы вы услышать о нем? Он ответил, конечно же. Я спросил о том, что же ответил пастор-пятидесятник на его вопрос. Он сказал, что этот пастор посоветовал больше молиться о помощи, а также пообещать Богу, что он будет стараться изо всех сил не грешить, надеясь и прося Божьей помощи в борьбе. Я сказал, что это самый подходящий совет для того, чтобы обречь себя на поражение, потому что победа достигается не борьбой. Я не слышу вашей реакции. Может, вы опять в отпуске? Победа достигается не при помощи борьбы. Христианство — единственная религия, которая учит тому, что победа обретается в результате капитуляции, то есть когда мы сдаемся. Наша победа, о чем мы говорили вчера, взирая на встречу Иисуса с врагом, наша борьба является борьбой веры или подвигом веры. Это подвиг веры. Иисус является единственным существом человеческой плоти, которое было достаточно сильным, чтобы победить грех и искушение. И эта победа, которую Он одержал, доступна нам каждый день посредством веры. Я надеюсь, что вы сегодня положились на Слово Божие из послания к Римлянам 6:11 перед тем, как прийти сюда. Я хочу сесть, потому что я устал от вашего молчания. Я призываю вас полагаться на Слово Божие из послания к Римлянам 6:11 каждый день вашей жизни. Те люди, которые еще имеют силу, уже открыли это место. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, или посредством Иисуса Христа. Поскольку Иисус умер для греха, будучи вашим представителем, то вы также умерли для греха. Если Иисус воскрес из мертвых, будучи вашим представителем, то вы также воскресли для обновленной жизни. И вы можете каждое утро выходить из своего дома, веруя, что благодатью Божьей по причине смерти Иисуса Христа вы также мертвы для греха сегодня. Слава Господу! Я мертв для греха не потому, что я стараюсь не грешить. Я мертв для греха, потому что Иисус умер моей смертью для греха. Я живу для Бога не потому, что я встаю, поднимаю свои руки к небу и кричу, «Боже, наполни меня!» Я живу для Бога, потому что я пребываю в Иисусе, а Он воскрес из мертвых. Живой Христос пребывает во мне. Какова ваша вера сегодня? Живете ли вы верой? У меня есть друг в Вашингтоне, один из наших пасторов. Он меланхолик. Я порой чувствую себя подавленно, когда просто нахожусь рядом с ним. Он просыпается каждое утро и говорит, «Ну вот, еще один день настал. Интересно, в какие проблемы я попаду сегодня?» Я постоянно говорю ему, «Смотри на себя так, как Иисус смотрит на тебя. Ведь дело совсем не в тебе. Ты во Христе. Смотри на себя, как на мертвого для греха, независимо от того, как ты себя чувствуешь». Я наблюдал за ним долгие годы, потому что он был пастором в моей церкви все эти годы. Я порой опускал в корзинку для пожертвований небольшие записки. В этих записках я писал, «Пожалуйста, накорми нас, мы умираем, сидя на церковных скамьях. Дай нам благую весть».
Расскажи нам, как бросить грешить. Покажи нам Иисуса. Однажды утром, выходя из церкви, пожав мне руку, он сказал: «Это ты, я знаю, что это ты». Я сказал: «Что? Ты пишешь записки, опускаешь их в корзину для пожертвования. Я знаю, это ты». Я отвечал: «Не могу поверить, что ты обо мне так думаешь». Мы устраивали много забавных ситуаций и шуток. Он очень талантливый проповедник, и сейчас он постигает благую весть. Я рад за него. Я никогда не приходил в церковь раньше 11 часов, потому что он в таком случае всегда оставил меня проповедовать. Я всегда говорил ему о том, что мне также нужна духовная пища. Поэтому я иногда приходил в 5 минут 12, считая это время подходящим. Я мог пройти незамеченным, потому что пасторы и пресвитеры были в комнате молитвы. Я мог спокойно сесть на скамейку. В последний раз, когда я приехал в 11:05, я чувствовал себя в полной безопасности. Меня никто не видел, даже жена этого пастора. Я сел на задней скамье за высокой женщиной. Пасторы и пресвитеры в это время были в комнате молитвы. Затем открылась дверь, и вошла жена пастора. Она шла прямо ко мне. Я понял, что меня ждет. Она сказала: «Хватит прятаться от нас». Затем она добавила: «Мой муж и я желаем, чтобы вы пришли и просто помолились с пресвитерами сегодня утром». Я подумал: «Ну да, конечно, вы на самом деле думаете, что я поверю в это?» Я сказал ей: «Он все равно поставит меня проповедовать». Она отвечает: «Нет, он просто желает, чтобы вы помолились». Я сказал: «Если это неправда, то я призову вас к ответу». Она говорит: «Он сказал мне, что он просто желает, чтобы вы пришли и помолились». Я ответил: «Хорошо, тогда я призову к ответу его». Я пришел к ним в комнату молитвы. Этот пастор сразу сказал: «Как хорошо, что сегодняшний проповедник наконец-то пришел». Я говорю: «Я не готов проповедовать. Сегодня я сам нуждаюсь в духовной пище». Он отвечает: «Пресвитеры только что решили, что вы будете проповедовать». Этот пастор может готовиться к субботней проповеди 20 часов. Он очень серьезно к этому относится. Я знаю, что он такой. Поэтому я решил поступить с ним соответственно. Я сказал: «Ты просишь меня проповедовать за минуту до самой проповеди. Но я даже не знаю, о чем проповедовать». Он отвечает: «Для тебя это не проблема. Если бы я сказал такие слова ему, то он бы умер, потому что считает это невозможным». Поэтому я сказал: «Ты знаешь, у меня здесь есть сотни тем для проповедей, вложенных в Библию. Все, что нужно, это знать название проповеди. Я тебе подскажу тему. Я сейчас нуждаюсь в водительстве. Я поднял Библию вверх. Вам нужно было посмотреть на их лица, и в стремлении получить водительство ткнул пальцем в Библию». Палец указал на проповедь под названием «Женщина у колодца». Он стоял и смотрел. Пережить этот момент ему было не под силу. Думаю, что это была самая забавная шутка, которую я мог ему устроить. Мне нравятся такие моменты. Замечательно иметь друзей в Господе. Можно иметь много приятных моментов в жизни. Возвращаясь к нашей истории в самолете, я скажу, что выслушав совет пастора-пятидесятника, который он дал этому молодому человеку, я открыл Библию на 5-6 главах послания к римлянам. Я показал этому человеку ясное Евангелие, отраженное в этих главах. И он осознал, что все его старательные усилия победить являются причиной его поражения. Он еще никогда не сталкивался с истиной о том, что решение проблемы греха Бог никогда не доверял в наши руки. Это дело было доверено только Иисусу Христу. Вопросы вины, осуждения, приговора и даже второй смерти были полностью решены искупительной смертью Иисуса. Жизнь, которой мы призваны, уже была прожита в этой же плоти Иисусом. Только Его жизнь должна быть вменена нам каждый день. И приняв ум Иисуса сегодня утром, вы будете иметь Его мысли, чувства, Его чистоту,
и святость. Я скажу еще раз о том, что Иисус во мне не имеет влечения ко греху. Мне необходимо пребывать в Иисусе каждый день моей жизни. Какова ваша вера сегодня? Тот молодой человек обратился ко Христу самым удивительным образом прямо в самолете. Он покаялся в своем неверии и направился твердыми шагами к библейскому опыту своей жизни. Я был снова в Вашингтоне, через несколько дней получил электронное письмо от этого человека. Он пишет: «Я абсолютно убежден в том, что вам нужно быть моим духовным наставником с сегодняшнего дня и далее. Прошу вас помочь мне, потому что я уже оставлял всякую надежду, но сейчас я желаю возрастать». Мы с ним до сих пор общаемся через электронные письма. Я говорю сам себе: «Благодарю тебя, Боже, за то, что ты привел меня в этот переполненный самолет, за то, что мне пришлось переступить через двух людей для того, чтобы попасть в свое кресло, чтобы этот человек в данном самолете, который борется с проблемой повторяющего греха, сел со мной». Сколько людей в своей жизни вы встречаете, которые находятся в таких борениях? Не думаю, что много. Этот очень редкий случай, но ничего не происходит случайно, когда вы вовлечены в служение Иисуса. Все предусмотрено Богом. Каждая встреча назначается Богом. Мы не являемся жертвами случая. Я надеюсь, вы не читаете гороскопы, чтобы узнать, что с вами случится на следующей неделе. Недавно на прогулке по набережной в Южной Калифорнии я проходил мимо всевозможных гадалок, медиумов и предсказателей, сидящих в ожидании клиентов. Одна женщина, должно быть отчаянно нуждающаяся в деньгах, вскочила со своего места, когда я проходил, схватила мою руку, посмотрела на нее и стала кричать. «Какие ужасные вещи вас ожидают в будущем! Дайте мне $10, я расскажу вам об этом». Я не знал, плакать мне или смеяться. Это происшествие было очень возмутительным для меня. Она спросила: «Не желаете ли вы, чтобы я рассказал вам ваше будущее?» Я ответил: «Нет, к сожалению, я не желаю этого». Она спросила с ужасом, указав на мою руку: «Неужели вы не желаете знать об этом?» Я ответил: «Мне очень жаль вас расстраивать, но я знаю свое будущее. Я даже знаю, что со мной случится в ближайшие 60 секунд». Она спросила: «И что же?» Я ответил: «Я собираюсь бежать от вас куда подальше». Это было весьма необычное происшествие. Она удивилась. Мне не нужен никакой предсказатель. Мне просто необходимо пребывать во Христе каждый день, потому что в моей жизни никогда не будет случайных встреч. Все будет предусмотрено Богом. Все, что мне нужно, это желать быть отзывчивым на побуждение Иисуса во мне. Даже если я не пребываю в каком-то возвышенном состоянии, даже если я не могу подобрать нужных слов, Иисус, пребывающий во мне, может подобрать нужные слова. Мы переходим ко второму пункту. Служение Иисуса. Вернемся к 12 стиху. Обратите внимание на детальное описание в этом тексте. Заметьте, как подробно здесь описано происходящее. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Видите ли вы эту подробность? Зачем столько подробностей? Во-первых, умерший. Во-вторых, единственный сын у матери. Да, евангелист Лука был врачом. Спасибо за такую важную мысль. И он посчитал нужным указать эти детали. Но дело, наверное, не совсем в каких-то физических или медицинских характеристиках. Умерший был единственным сыном у матери, а она была вдовой. Положение, в котором оказалась эта женщина, может также быть весьма любопытным. Она уже не имела в своей семье ни одного. О, аллилуйя! Ни одного мужчины. Когда-то у нее не стало мужа, а сейчас не стало и сына. Нет мужчин в семье. А в том обществе такое положение было не из лучших. У нее уже не осталось ни одного мужского плеча для поддержки.
Я скажу вам, что я долго думал над этим вопросом, почему столько деталей? Что Иисус пытается сегодня сказать нам о служении при помощи этой истории? И когда я пытался понять это, то меня вдруг осенило. Это описание не отличается от описания, данного Иаковом в послании Иакова в первой главе. Давай откроем это место и сравним. Послание Иакова, первая глава. Самое лучшее утверждение чистой истинной религии. Иакова 1:27. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Я думаю о том описании заботы о вдовах и сиротах. Что общего имеют между собой вдовы и сироты? Я вижу, что вы шевелите губами, но не слышу вас. Да, вы говорите верно. Встаньте, пожалуйста, и поведайте нам об этом. Мы желаем вас услышать. Скажите еще раз, пожалуйста. Я думаю, что во второй раз это собрание уже не будет таким беззвучным. Дайте ей микрофон. Я тоже подойду, чтобы услышать. Отсутствие отца. Микрофон не работает. Видимо, наш звукооператор похищен террористами. Все слышали, что она сказала? Вот как отзывается зал. Спасибо большое за то, что поделились с нами истиной. Единственное сходство между вдовами и сиротами – это факт отсутствия в семье отца. Спасибо большое за то, что вы сказали об этом. Внезапно меня озарила мысль. Иисус занимался примирением и соединением Отца Небесного со своими потерянными и страдающими детьми. Вот на что нацелено служение. Вот почему там столько деталей в описании Луки. Умерший был единственным сыном у вдовы. Мужчин в семье уже нет. Но приближается Иисус, и Он собирается примирить и соединить вдову с ее Отцом Небесным. Вот в чем суть служения. Павел называет это служение примирение. Бог не только примирил нас смертью своего Сына, но Он также посредством жизни своего Сына в нас продолжает процесс примирения, потому что многие из его детей даже не знают о том, что они были примирены с Богом смертью Иисуса. И поэтому Бог использует людей в качестве инструментов для того, чтобы открыть им эту истину. Разве это не прекрасно? Какое прекрасное служение Иисус совершает, приводя грешников к воссоединению со своим небесным Отцом. Третий пункт. Небольшой, но прекрасный пункт в 13 стихе. Один из моих любимых текстов в Новом Завете. «Увидев ее, Господь сжалился над ней». Разве вам не нравится этот текст? Иисус сжалился, проникся сочувствием. Вы знаете, я вырос в довольно жестких условиях. Единственной нуждой, которая оставалась невосполненной в моей душе долгие годы, была нужда в сочувствии. Но Бог постоянно напоминал мне о том, что у Него достаточно сочувствия для всех нас. И если Он будет пребывать во мне, то я не буду нуждаться в сочувствии. Однажды утром в Палм-Спрингс, где я жил, я должен был добраться в аэропорт в Онтарио довольно быстро. Я взглянул на свою машину и видел, насколько грязной она была. Я тут же решил съездить в автомойку, чтобы помыть машину. Когда вы живете в пустыне, то у вас повсюду будет песок.
Недалеко от моего дома была современная автоматическая мойка. У меня был план быстро помыть свою машину, переодеться и направиться в аэропорт, и оставить там свою машину для того, чтобы она снова стала грязной к моему возвращению. Порой наша жизнь достойна удивления. Я был в шортах и футболке, и в 7 часов утра я прыгнул в машину, подъехал к автомойке и встал в очередь. Эта автомойка настолько автоматическая, что когда машина возвращается из нее, то она практически уже не только чистая, но и сухая. Вам остается только сесть в нее и ехать дальше. Но я часто разговариваю с людьми в этой очереди, и тем самым навлекаю на себя гнев и обвинения в том, что я задерживаю очередь. Поэтому в этот раз я старался быть осторожным и бдительным. Поэтому я заплатил деньги и стал ожидать, пока моя машина выйдет ко мне. Я просто стоял, оперевшись на столб. Там была небольшая дорога, и по ту сторону дороги была небольшая стена по пояс высоты. Пока я там стоял, я заметил молодую девушку по ту сторону дороги. Рядом с ней была эта небольшая корзина для продуктов, которые мы часто видим в супермаркетах. Я называю их тачки, но в этой стране они называются корзины. Эта корзина была полна старых грязных вещей. Я сказал себе, это бездомная девушка. Иначе кто бы стал делать то, что она делает посреди пустынной улицы? Вы знаете, что в Лос-Анджелесе в Америке называют столицей бездомных. Там живет 80 тысяч бездомных людей. И многие из них переселяются в пустынные районы. У нас в районе их не так много, но мы уже начинаем их замечать. Я заметил, что она слишком молода для бездомного человека. Пожалуй, ей было около 20 лет. Очень молодая и нуждающаяся девушка. Ее корзина была полна старых грязных вещей. Я стоял и наблюдал, как она поднимала каждую вещь из этой кучи, осматривала ее, складывала и отправляла в целлофановый мешок. Итак, я стою и наблюдаю, оперевшись на столб, как она перекладывает свои вещи в этот пакет. И пока я стоял и наблюдал за этим, Святой Дух начал ко мне стучаться и спрашивать. «Есть ли кто-то дома?» «Да, есть». Бог сказал, она бездомная, видишь? Да, вижу. Я хотел бы ей послужить, говорит Бог. У тебя это очень хорошо получается, отвечаю я. Да, но я обычно для этого использую людей, отвечает Бог, в качестве инструментов. Да, это так, я уже это заметил, отвечаю я ему. Как ты думаешь, отводится ли тебе в этом какая-то роль, спрашивает он. Ведь ты к ней сейчас ближе всех моих детей. Ты же знаешь, что я не имею времени. Мне срочно нужно домой, чтобы переодеться и отправиться в аэропорт. Поэтому я и не вижу себя твоим инструментом в этом деле, отвечаю я Богу. Тогда Бог говорит, это очень важно для меня. Я отвечаю, хорошо, я понимаю. Что нужно сделать? Бог говорит, помни, это очень важно для меня. Я отвечаю, да, я это понял. Итак, я наблюдаю за этой девушкой, моя машина еще не вышла. Девушка осмотрела последнюю вещь, сложила ее в пакет, закинула этот пакет на плечо и стала уходить. Она покидает территорию автомойки и направляется на главную улицу, которая в 7 утра, конечно же, пуста. Она завернула налево и пошла по односторонней улице. И сказал себе, мне нетрудно будет ее найти. Спустя несколько минут моя машина уже была помыта, я быстро сел в нее и выехал из автомойки. Тут я мог повернуть налево и поехать домой. А мог повернуть направо и направиться на главную улицу. Я колебался в течение одной минуты. Не могу поверить в то, что я действительно переживал искушение поехать домой из-за недостатка времени. Но Бог говорит мне, нет, даже не думай об этом. Это очень важно для меня. Я ответил, хорошо, извини. Я повернул направо и направился на главную улицу. Она стояла там на автобусной остановке. Ее пакет лежал на скамье, она просто стояла, оперевшись на столб. Я подъехал к ней и остановил машину. Когда я выходил из машины, я сказал Богу, «Ты знаешь, мне бы очень помогло, если бы ты подсказал мне,
что мне следует ей сказать. Это, по крайней мере, сэкономило бы кучу времени. У меня часто бывают такие интересные диалоги с Богом в моей голове. Бог отвечает, ну, во-первых, ты должен сказать ей, что тебя послал я. Это несложно, отвечаю я. Также я хочу, чтобы ты сказал, насколько я переживаю о ней в связи с ее обстоятельствами, сказал Бог. И я снова вспомнил кое о чем мы только что читали в Библии, вы помните? Увидев ее, Господь жалился над нею. Я не понимал, что, думая о возвращении домой, я был в шаге от того, чтобы лишить Бога возможности открыть свое сочувствие, воспрепятствовать Ему в проявлении Его сочувствия, потому что я в своих эгоистичных мыслях хотел побыстрее добраться домой. Бог сказал, скажи ей о том, что я очень озабочен ее обстоятельствами и забочусь о ней очень сильно, потому что я люблю ее. Потом Бог сказал, засунь руку в карман, и не считая денег, которые там лежат, сколько бы их там ни было, вытащи их оттуда и отдай ей от меня, а не от себя. Это дар от меня. Я сказал Богу, я сделаю это. Вы знаете, бездомные люди часто ведут себя довольно осторожно. Поэтому по мере моего приближения она начала немного сторониться меня. Я сказал ей, все в порядке, я христианин. И тут у нее на лице появилась циническая улыбка. Она, видимо, что-то знает о христианах. Я сказал, я действительно христианин. Я видел вас, когда мыл машину в автомойке. Она узнала меня. И я сказал, Бог сегодня утром попросил меня подойти и поговорить с вами. Она посмотрела на меня с недоверием и сказала, «И какую же великую весть он послал мне этим утром?» Я ответил, «Вообще-то, он велел передать вам, что он понимает вашу ситуацию и любит вас очень-очень сильно». Тут я увидел слезу в ее глазах. Я поднял глаза к небу и сказал Богу, «Ты действительно знаешь, что делать? Он всегда знает, что делает». Если вы делаете то, что Он велит вам делать, то успех обязательно придет. При виде слезы в ее глазах, я и сам был растроган. Я сказал, если вы не против, Бог желает, чтобы я прямо сейчас помолился Ему вместе с вами, потому что вы Его дочь. И прежде чем я закончил говорить, эта худая, потрепанная, грязная девушка шагнула вперед, и эти две худые руки обвили мою шею. Она прижалась головой к моей шее и стала плакать, как ребенок. Я стоял на главной улице своего города с потрепанной грязной девушкой на своей шее, которая прижимается ко мне и плачет слезами, льющимися рекой. И вы знаете, что произошло со мной? Я тоже стал плакать. И тихий голос в моей голове сказал, «Эй, ты знаешь, чьи слезы льются из твоих глаз? Это не твои слезы. Это мои слезы. Ты имеешь преимущество плакать моими слезами. Это я выражаю свое сочувствие этой девушке». Я поднял глаза к небу и сказал, «Господи, пожалуйста, даруй мне такое преимущество переживать Твое несравненное сочувствие каждый день в моей жизни». Это самый трепетный опыт, когда Божье сочувствие может проистекать через вас и изливаться в сердца драгоценных душ, нуждающихся в нем. И Бог дал мне несравненную молитву за эту девушку, чтобы она могла в этой молитве вознестись к своему небесному Отцу, и чтобы между ними произошло прекрасное примирение. Потом мне пришлось самому убрать ее руки со своей шеи, потому что я уже сильно переживал о времени. Я убрал ее руки, извинился за это и сообщил, что мне пора ехать в связи со своими планами. Я также добавил, «Твой Отец Небесный сказал мне опустить свою руку в карман, и все, что там есть, Он повелел отдать тебе и напомнить, что все это исходит от Него, а не от меня. Все это было от Бога, даже слезы в моих глазах».
Она ответила, я ничего не прошу. Я сказал, я ценю это, но твой отец просит принять этот дар. «Да, я действительно нуждаюсь в деньгах», — отвечала она. «Я понимаю», — согласился я. «У меня не было большой суммы в кармане, всего лишь около 15-20 долларов. Я извинился за то, что не имел с собой больше. Но я сказал, твой отец сказал мне, что деньги в этом кармане являются твоими, и я просто делаю то, что он сказал». Она была очень благодарна. Я никогда в жизни не забуду того, что увидел после того, как эта молодая девушка стояла, я вернулся в свою машину и обернулся, чтобы посмотреть на нее. Она стояла и махала мне рукой с необыкновенной улыбкой на лице. И тогда я сказал, «Благодарю Боже, что она не только испытала на себе твое сочувствие сегодня, но и за то, что я имел преимущество плакать твоими слезами. Зачем волноваться, если я не имею достаточно сочувствия к людям? Если Иисус во мне, то его сострадания хватает на нас обоих». Какова ваша вера сегодня? Давайте повторим три пункта, которые мы прошли на данный момент, и закончим нашу встречу. Во-первых, когда вы вовлечены в служение Иисуса, и Он пребывает в вас, в вашей жизни не будет ничего случайного. Вы будете иметь встречи с людьми, запланированные Богом. Не думаете ли вы, что эта девушка стояла напротив той автомойки случайно? Бог все это предусмотрел, чтобы иметь возможность исполнить свой радостный план через меня. Его сочувствие должно было проявиться через меня. Какое это великое преимущество! Божье сострадание может иметь канал для того, чтобы проявиться по отношению к людям. Я никогда до этого не думал о том, что Бог нуждается в нас как в инструментах, чтобы открывать людям свое сочувствие и ищет такой возможности. Если бы вы не решили помыть им утром свою машину, то не встретили бы эту девушку. Да, это так. Мы делаем это постоянно, несмотря на ту быстроту, с которой машина снова становится грязной. Во-вторых, служение — это процесс примирения между отцом и его потерянными детьми. А мы являемся всего-навсего инструментами этого воссоединения. И когда это происходит, то такой опыт является самым прекрасным на свете. В-третьих, великое сострадание Бога. Я думаю, что этот дар тронет больше сердец на земле, чем любой другой дар. Бог имеет несравненный дар сострадания. И что интересно, Он желает открывать этот дар через каждого из нас, кто простой верой приходит ко Христу каждый день и принимает преимущество искупительной смерти Иисуса. В этом случае мы можем быть совершенно уверенными в том, что Христос живет в нас. И Он ищет возможности для нас, чтобы Его сочувствие проявлялось к людям каждый день нашей жизни. Пожалуйста, встанем для молитвы. Присутствует ли здесь среди стоящих в этом зале тот, кто желает проявлять сострадание Бога? Я держу в руках микрофон. Если вы желаете испытать сочувствие Божие сегодня и желаете произнести заключительную молитву, то приглашаю вас. Пожалуйста, сестра, выйдите вперед. Я рад тому, что вы первый человек, который поднял сегодня руку. Я хотел бы предоставить вам такую возможность. Я вижу, что вы человек, способный сострадать. Слава Богу! Я хотел бы, чтобы вы верой вознесли нас всех к Богу и пригласили Его проявить свое сочувствие к нам всем сегодня. Спасибо. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твое сострадание, которое исходит от Тебя и касается наших сердец. Исполни нас, Господи, Духом Твоим, чтобы Твое сочувствие также могло действовать через нас и согревать сердца других людей. Чтобы люди узнали о том, как Ты любишь их и как Ты заботишься о них. Даруй нам, Господи, возможность сегодня совершать это служение для Тебя, чтобы мы могли знать и понимать Твое сочувствие и Твою любовь. Просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Большое спасибо, сестра. Слава Богу. Идите с сочувствием этим утром.